Хорошо паркуешься, коротышка. Если мне не хватает точности, я компенсирую это страстью. Знаешь, чего мне не хватает из мира живых? Педикюра на ногах. Еще пикнешь, и я повешу твой гнилой язычишко себе на стену. Если на нас нападут, просто стой смирно. Тебя примут за садовую статуэтку. Ну просто великолепно! О! Не-не-не, это должно быть больно. Приготовься к воспитанию болью. Знаешь что, ты отвратителен. Покончим.
10 ЦД. Получи-ка. О, да. Кажется, здесь я ухожу. О, куда меня зацепил? На крысиную охоту? Знаю, что ты не дышишь, но попробуй хоть иногда втягивать воздух. Черт, нам нужно больше духов. Дополняют. А ты не можешь, да? Ну и что за прибор ты сейчас собираешь? Электрический спиннинг на окуня? Консервный нож ниндзя? Ты можешь заткнуть свой фонтан хоть на секунду?
Вот это я понимаю ружье. Который тебя устроит. Знаешь, мне нужна помощь. Получи и распишись. Опа! Поторопись, а то этот гад съездит мне по морде! Живой. Слава богу.
что заметил, что живориком быть не я! Эсра! Я завалил этого чурбана! Чувствуешь, как в голове лепится? Это было круто. Поторопись, а то этот гад съездит мне по морде! Походу, этот придурок там... Вот таким мертвым и оставайся. О, да у тебя стригучий лишай. Я Эзра! Я завалил этого чурбана. Как отсюда? Не стоит терять голову. Кристендо Долор Мала! Симпозен сон ендо фон... Это все, что ты можешь? Получи-ка. Увидимся в аду.
О, да. Тенеберо резал. Ты меня снова убил. Придется задать тебе жару. Вздремнул малость. Завалил этого чёрта, да?
знаешь что? Ты отвратительный. Эй, я достал его! Я достал его! Этот придурок настроен на романтичность. Не-не-не, это же должно быть больно. Тебе когда-нибудь хотелось почесать место, до которого не дотянуться? Когда ж я смогу сплясать на твоих похоронах? Ставлю 10-1, это больно. Посмотри на меня, смертный. Я вестник судьбы. Сделали пюре. Ты каким бы хотел быть? Я больше. Когда-нибудь слышал фразу «Болтун – находка для шпиона»? Мертвяки напирают! Сопротивление бесполезно! Таким мертвым и оставайся. О, да.
Эй, каждый раз, как убьют, полон рот землицы. Просто приложи лед. Теперь твоим плечам будет легче. Похоже, мы сегодня закончим пораньше. О, да у тебя стригучий лишай. Голубец, книга мертвых уже победила. Опа! Не стоит терять голову. Если хочешь знать, молчание вовсе не золото. Это просто платина какая-то. Хочешь сыграть, коротышка? Посмотрим, кто из нас раньше язык подвесит. Останутся только король до кости! У тебя есть последнее желание? Неплохо, коротышка. Знаешь что, ты отвратительный. Эй, Эд, я достал его! Я достал его! У-ху-ху! Неплохо, пенек. Да у него вши!
тихо. Тихо. Ни свиста, ни писка. Кстати, когда я рылся в твоих мозгах, я кое-что заприметил. Как давно тебе нравится женское белье? Террорем Импери... Эш, у меня уже тут припекает! Помоги! Меня поймали! Эй, герой, может, посадишь? Скатертью дорога. Увидимся в аду. Эй! Знаешь, я ведь не упади, 10 к одному, это больно. Было круто. Гристендо Долор Маланте! Тебе что, это нравится? Упс, моя вина. Может, это сломанный кондиционер шумит? Чёрт, нехорошо. Я проклят, если это не тот самый, который тогда сбежал.
ты, обрубок, закрой портал. Уже. То, что доктору Райнхарту не удалось завершить, информация, которая нужна ему в моем дневнике, оно включает в себя человеческое жертвоприношение. Пройдет совсем мало времени, и он догадается. Салли. Сила исходит от канала между двумя мирами. Миром живых и миром мертвых. Живых и мертвых. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, разумеется. Привести ее ко мне!